Бдительная пенсионерка не дала мошенникам себя обмануть. 70-летней жительнице Нефтеюганска пришло сообщение, что с ее банковской карты списывают деньги. В сообщении был указан номер телефона. Позвонив по нему, пенсионерка услышала мужчину. Он представился сотрудником службы безопасности банка и подтвердил факт списания денег. Для блокировки карты он попросил назвать ее номер, срок действия и трехзначный код на обороте. Женщина вспомнила разговор с участковым, который недавно рассказывал ей о видах мошенничества, и пригрозила злоумышленникам, что обратится в полицию. После этого любители легкой наживы звонить перестали. Мне ответил молодой человек, он не представился, ничего. Единственное, что он сказал, что произошел сбой в банке, занесли вирус с Украины и все прочее. И чтобы разобраться, скажите, пожалуйста, мне, а какая сумма у вас на счете? Я говорю, молодой человек, вы больше ничего не хотите, чтобы я там сумму вам говорила?